Вот, бочки с конфетами. Ничего себе. Ну ладно, спокойно. Какие-то красивые конфеты такие. Клубнички. Вот, сегодня открытие карнавала для венецианцев. Это видео. Супер, грация. Ой, какой теплый бар. Прямо на улице прямо. А тут тепло. Итак, на все... вкусы. Водка, ром, джин и виски. Так что, как бы целый список. Какой хочешь. Это зона уже местных венецианцев. Уже нет туристов. Вот такие бары. И вот все вокруг стоят с вином. И Канареджи — это вот зона, где собираются все местные. Здесь, конечно, есть туристы, но намного меньше. Канареджи — это вот зона, где собираются все местные. Здесь, конечно, есть туристы, но намного меньше. Это зона уже местных венецианцев, уже нет туристов. Вот такие бары, и вот все вокруг стоят с вином и думаю, ужин мне сделать легким. Ой, как же жить? Остатки открытие карнавала для венецианцев. Мы опоздали на само шоу, потому что все улицы были перекрыты. Но вот какие-то лодочки, вот они там машут, если вот вам видно. Кому-то они машут еще. Вот такие семейные ресторанчики. Везде за окном. Остатки туристов. Ну, красиво все равно. Вот такие семейные ресторанчики. Везде за окном. Uno stivaletto Rivera. È un 40. E mezzo. Brunato. Miguel. E il chicharrón dov'è? Nella baracca. Non credo sia in vena di ricevere visite. Ah, chi direbbe di no a una visita del cugino Hector?